у вас идет задача дожать логическое, скажем, развитие событий. Вы лучше, вы должны просто дожать, сделать свою работу и выиграть. Это те чуваки, которые будут навязывать нам размен за любую сторону. Если у них это будет не получаться, они будут... Вот мы проиграли в прошлый раз Дасты, 64, из которых отдали несколько... Нет, да, за атаку мы набрали какие-то раунды, но по сути за контров, когда мы их начали по дефолту принимать, они не знали, что им делать. То есть они вот делали уже, ну, исходя из... А мы лезли. А мы начали лезть. Они делали киллы, после этого они навязали нам размен, это их игра, делали размен. И после этого они как бы начали нас брать эти раунды, там, тащить, они там тащили. Да? Если с ними делать за контров четкий дефолт, иногда просто делать что-то нестандартное, ну мы прикольно играли с ТС, а мы за дефенс. Они, когда у них они, типа авики бывают, что мидл не контроль, против них можно без инфы вливаться в нижний типов, которые туда слоу идут. По-разному. Когда у них нету бая, типа у них чуваки не чекают, потому что я уже ловил это долбое поджимать с палашом, чекаешь, они. Не, но они знают, что ты ловишь. Они вот, видели, поэтому они мидл уже не контролят нижнюю, потому что боятся, задеть, типа, короче, да, эти типы в любом случае, когда мы понимаем, что они не знают, что делать, не надо на них ломиться, потому что они за то, что на них ломишься, делают какой-то размен, и после этого... Помните, как они карту контролировали? Это их стиль игры просто. Мы за дефенс слезем, а у них тип на респауне сидит минуту, там, на титанике сидит, контролит эшку. То есть они очень пассивно играли. Короче, песенка, смотрите, Ваня дропается тег, он идет с вами третий нижний. Слышите? Мы должны песенку сделать три этапа. Первый этап — это отбить мидл. И чуваки по-любому будут стоять за контрол на пяти, с вами стрелять. Мы можем подарить флешку. У тебя сколько флешку? Две флешки? Возможно, в этой схватке будет не три. Что она будет поставить? Ну, нам нужно, понимаешь? Я ему по десятую. Понимаешь, если мы издавать топорж по 250, у нас будет топорж, чтобы она открылась. Они будут продолжать взять и стрелять, чтобы не залезли. Понимаешь, как особо не одно, это не отфлешивается, и будут только стрелять. Да, мы там будем уже втроем. У нас будет тег, у нас будет чувак под иксом, и будем контролировать мидл, как мы сделали против ТСМ. Который чувак выходил стреляться с форуса, он получил и убежал. Да, могу взять флешку, не давать ему по 250. Мы все равно Б выходим с Макину. Мы не отдать по 250 не так, как я хочу. Ты так говоришь, ты даешь. Так он смог. Флешкой и вы 50. Вместо тека типа 250, да? Ваня. Даже Ваня по 250. Два получится 250. Не, ну. Мне кажется, тег просто уже лучше тег, да. А просто тег выиграл. Тогда не будет по 250, это тоже важно. Тег в ближней дистанции. По 250 дальняя дистанция. Ну, вот с блоками в поре встанет, пусть он лучше единицу с B50 отзывает. Да. Возьмем, что флешку даже нам не просто. Короче, смотрите. Первый расстав. Они могут сделать. Они могут сделать поставь зиг, два зиг мы сами. Вы когда будете выходить с нижней, вы ожидаете, что там будут чуваки. Первый пускай. Пусть идет по 250. Смотрите, нет, там должно быть так. Один чувак чекает зиг. Ага, пацан, вы сразу же выбираете втроем и... Самое главное, парни, слышите? Самое главное, ваш стиль игры навяжите. Не по их правилам играете, да, чтобы они там где-то и вы начинаете поставить, а свое. Мы вышли длину. Мы длину туда доиграли. Да, мы же длину пришли. Они уже не делают. Не важно, смотрите. Дома мы делали зиг с иксом, он с рекламы дал троим. Пацаки, мы занимаем зиг. Мы занимаем зиг. Потом зига уходим. Послушайте, хватит. Мы занимаем зиг, уходим в зиг, идем в тэшку. Начинается раскидка. Денис ловит смычок. Флешку вам вы гнать на смог. Одновременно с тобой смотрите, да? За контров нежелательно их отстреливать. У нас нормальный дефенс. Мы у них проиграли из-за того, что мы каждый раунд практически пытались убить этого GV. По-разному, мы крашили, поджимали, нам не сиделось на месте. Не надо, сидим на месте и все, и ничего не сделаем. Парни, если мы проиграем песенки, у нас будет форс, мы сделаем B плюс N. Тони тоже? Такой же? Да? Нет. Я возьму смог, флешки дам. Я на смог врез, дам только. Ну, опять спауни поговорим. Надо будет опять занять зиг. Поставим бомбу, не поставим. Забьем, без проблем. Кстати, когда они... Кстати, раз... в этом раунде надо, если будем делать форс, чтобы чувак длину ждал аркаду. Чувак раз, с узичкой может заражить. В прошлый раз они на форсе вышли против нас, по-моему, 12 диглом Деннис тебе дал. И 3 зиг или 4 зиг. Да, они я зажимаю. Я из гуся с фомасом поймал. Они любят вообще с мистиками выходить зиг. Понял? Но я буду на гуся тогда периодически играть. Че, они будут делать B плюс C? Можешь брать А, Самое зависит от тем, будет я буду сайком, они будут его смоком. Надо близко.
низко играть к нему, чтобы его не вычисляли. Ребят, нас нам скажут. Нет, мы вторые выходим. Нет, там шоу началось. Может, посмотрим? Давай посмотрим. Так, опять, смотрите. Владик первый, Харьков справа, по соседям сзади. Перед своими компами становится на стрельбу. Надо Шинцера!